Всем привет! С вами канал Мороз Лайф. В сегодняшнем видео будем говорить о мобильной связи в Чехии. Скажу честно, давно должно было это выйти видео, но все никак не мог собрать информацию, потому что все менялось постоянно. Поэтому, ребят, сегодня говорим о мобильной связи, о тарифах, о пакетах, что лучше, выгоднее и так далее. Поэтому заряжаем это видео своим лайком и погнали! Как вы знаете, в Чехии, точнее, кто уже в Чехии, знает, что есть три больших таких кита чешской связи. Это Vodafone, T-Mobile и O2. То есть у каждого есть свои преимущества, свои тарифы. Начнем мы с Vodafone, будем сейчас его потихоньку разбирать, посмотрим, что же он нам предлагает на данный момент в 2021 году. Итак, ребят, значит, тут в первую очередь нужно выбирать уже под себя, кто чем пользуется, кому нужен интернет, кому нужны звонки. Ну, это, в принципе, как и в Украине, в России, в Беларуси, в любых странах, где вы находитесь, живете. Каждый выбирает под себя свои там пакетные данные и так дальше. Поэтому, ребят, если берем Vodafone конкретно по звонкам, то есть брать акцент на звонки, и опять же, тут нужно отходить от стоимости. Стоимость вообще в чешской связи, если брать в общем, сравнивать с украинской связью, то намного дороже по сравнению с Украиной, с Россией не знаю, с Беларусью, Казахстаном также, это уже кто хочет, можете написать, но я думаю, она в любом случае будет выше. Так вот, ребята, если брать конкретно звонки, и по самым минимальным ценам у Vodafone следующая картинка. За 299 крон вы можете взять пакет с 1 гигабайтом интернета. 130 минут будет у вас на все звонки в месяц, опять же. И смс будет за 1,5 кроны, за одну штуку. То есть это самый будет минимальный пакет. Если брать уже чуть больше минут, опять же, с 7 гигабайтом на месяц, 250 минут на все звонки плюс смс за 1,5 кроны, это будет уже 400 крон, то есть без 1 кроны 399. Вот, ну и сейчас действует опять же у них акция для новых клиентов. 4 гигабайта интернета дают, безлимит звонков и смс. И это стоит 494 кроны. То есть это идет акцент на связь. Если же брать пакетные услуги в рамках безлимитных смс и звонков на все сети, то они предлагают опять же старт от 4 гигабайт интернета. И здесь уже будет 494 кроны в месяц. Дальше идет уже такой скачок на 15 гигабайт интернета стоимостью в 799 крон в месяц. И следующий уже пакет идет 40 гигабайт интернета за 1099 крон в месяц. Так что такие вот, друзья, тарифы у Vodafone. Всю эту информацию можете опять же найти на сайтах Vodafone в Чехии и уже более подробно изучать, что и как. Ну а мы переходим к следующему оператору, это T-Mobile. T-Mobile предлагает следующие данные, то есть если брать акцент на безлимитные смс и безлимитные звонки и при этом получить, например, 2 гигабайта интернета на месяц всего лишь, то это будет стоить 525 крон. На 4 гигабайта интернет плюс безлимитные смс и звонки это будет 625 крон и на 15 гигабайт интернет пакетных данных, то есть 825 крон. Если брать акцент безлимит на все полностью, то тут уже идут следующие пакеты. SD, HD и Max. SD пакет будет состоять из 20 гигабайт на максимальной скорости в интернета. Ну а дальнейшее, потом уже если вы исчерпали за месяц 20 гиг интернета, то будете уже иметь скорость 3 мегабита в секунду. За это все вы заплатите 1075 крон в месяц. В HD пакете там уже 50 гигабайт на максимальной скорости, потом идет 10 мегабит в секунду следующая скорость, если вы исчерпали все мегабиты за месяц, то стоимость будет 1275 крон. Ну а максимум, на то он и максимум, там уже все по максимуму, как говорится, там уже цена 1575 крон в месяц. Так что такие вот нехилые цены на T-Mobile. Ну, а мы переходим уже к следующему пакету, это O2. Здесь будет чуть более подробно, потому что много у них разных пакетов. Скажу вам честно, мы пользовались этим O2, но мне он сильно не понравился, потому что мы брали акцент на звонки. Вот, и стоимость там такая была приличная, допустим, звонить на какие-то другие операторы, там стоимость почти 5 крон за минуту. Но сейчас не об этом. Значит, безлимитные смс и звонки, они предлагают
следующую информацию, следующие пакетные данные. 1 гигабайт за 499 крон, при этом получаете безлимитные смс и звонки на все номера Чешской Республики. Если вы использовали интернет, то потом 1 гигабайт можете добить себе за 149 крон. 4 гигабайта с безлимитными смс и звонками, уже цена будет стоить 649 крон. И при этом обновление интернета, если нужно добавить, 2 гигабайта они дают за 249 крон. 14 гигабайт интернета, пакетные данные плюс безлимитные смс и звонки, стоимость будет 849 крон. Обновление также 2 гигабайт за 249 крон дополнительно. Ну и максимальный пакет у них 60 гигабайт на месяц, 1249 крон. Плюс сюда, ребята, дают 300 минут звонков за границу. То есть, кому важно и нужно звонить за границу, пожалуйста, вот этот пакет можете использовать. Но, опять же, не забывайте, стоимость 1249 крон. Есть другие у них пакеты, безлимит на все по Чехии. Называются там Neo бронзовый, Neo серебряный, Neo золотой и Neo платиновый. Так вот, Neo бронзовый, стоимость 1099 крон в месяц. Там дается 35 гигабайт в зоне ЕС. Скорость 5 мегабит в секунду. В Neo серебряном там 1299 крон в месяц, скорость уже повыше, 20 мегабит в секунду дают. И Neo золотой 1599 крон в месяц, скорость 300 мегабит в секунду. То есть достаточно высокая скорость, ну и цена, соответственно, тоже такая приличная. Ну а Neo платиновый дает 2499, а Neo платиновый... Ну а Neo платиновый стоимостью в 2499 крон, на секундочку, дает вам 50 гигабайт в зоне ЕС, 1 гигабайт пользования в мире, то есть по всему миру, где вы там будете, в Америке, например, там, либо в Турции, либо в России, опять же, с этим пакетом и так дальше. Плюс сюда добавляется 3,5 кроны общения за минуту в мире, то есть если вы, к примеру, поехали с этим тарифным пакетом там, в Украину и захотите позвонить в Чехию, то у вас будет 3,5 кроны 1 минута и скорость дается 300 мегабит в секунду. Еще дополнительно они предлагают тарифы для молодых людей, это такой же более интересный вариант, то есть здесь дается 5 гигабайт интернета плюс 120 минут на все звонки в сети плюс смс бесплатно на А2, и это стоит все 399 крон в месяц. Если вы хотите больше интернета, 20 гигабайт плюс безлимит на все звонки и смс, цена уже будет 549 крон в месяц. Ну а для детей такой тариф, вот, который мы использовали, был 1 гигабайт интернета и 120 минут звонков на все номера по Чехии, смс на О2, только стоимость была 299 крон в месяц. Ну, а если вы просто купили стартовый пакет, у них есть тоже два тарифа, Go звонки и Go интернет. Так что вот Go звонки там 100 минут вам дается на 30 дней, на все звонки абсолютно, 100 мегабайт интернета, 25 смс за 149 крон. Ну, а Go интернет, там уже плюс 100 минут они дают на звонки на все номера в Чехии, плюс 25 смс по всей Чехии. Стоимость уже будет 299 крон. По интернету они дают 2 гигабайта в общий пакет входит, плюс 1 гигабайт идет вам в подарок. Так что вот такие вот, друзья, у нас тарифные планы в Чехии на этих трех таких монстрах. Ну а мы, скажу вам честно, пользуемся другим таким вариантом, который был изначально нам выдан еще нашей первой агентурой. Называется стартовый пакет Open Call. То есть здесь акцент сделан на звонки, и есть у них два всего-навсего тарифа. Пакет Neomezene, то есть неограниченный, за 99 крон на 10 дней. И пакет плюс 69 крон на 30 дней, но только в звонках в сети Open Call. То есть такой вот вариант. Звонки по Чехии же, если нужно позвонить кому-то там на другой номер, стоит крона 80 в минуту, смс-ка крона 50. Интернет здесь, конечно, чуть-чуть послабее, чем такие предложения дают, там, Vodafone, T-Mobile, O2, ну, тоже интересный. На день стоит 25 мегабайт за 25 крон. Тариф S дает 400 мегабайт за 99 крон. M-ка 1 гигабайт за 99 крон. L-ка 3 гигабайта за 199 крон в месяц.
XL это 6 гигабайт за 299 крон и XXL 10 гигабайт за 499 крон. То есть мы вот такими вот тарифами пользуемся, поэтому если сравнивать, допустим, те же 10 гигабайт за 499 крон и, к примеру, Vodafone, который предлагает 4 гигабайта за 494 кроны, то, конечно, по интернету OpenCall выигрывает. Если брать же, допустим, сравнить с T-Mobile и O2, аналогично OpenCall выигрывает в этом плане, именно в интернете. Но если брать еще звонки, то тут же нужно комбинировать. Поэтому решение за вами, чем вам пользоваться в данном случае. Ну еще хочу добавить, что вот мы берем, тоже звоним в Украину, то здесь звонки уже по 5.50 за минуту у нас снимается, если вы звоните в Украину, в Россию, там, в Казахстан. В Беларуси стоимость уже в OpenCall 10 крон за минуту. Так что, ребят, вот такая информация, от которой я хотел с вами поделиться. Надеюсь, работал на свой лайк. Я надеюсь, что вам видео это было полезно, и вы уже сами там определитесь, чем вы пользуетесь. Ну, а если у кого есть что добавить, пожалуйста, добавляйте в комментариях, делитесь своим мнением, кто чем пользуется. Ну, а мы уже увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.